часть церкви, короче, из этой базилики. Вывалилась, можно сказать. Сижу на ступенях, вот видите, сижу на ступенях, вообще прихожу в себя. Но хотела уже не снимать, то есть не хотела уже снимать. Но вот посмотрите, что я увидела. Во-первых, посмотрите, какой крюк, да? Какой крюк, да? Видите? Огромный. Но сейчас вы обалдеете, что я еще увидела. Вот посмотрите, вот эти чугунные балки, которые идут по стене. И там, кстати, наши паутинки. Сейчас я встану, ладно. Блин. О, уже ноги вообще не такие просто. Смотрите, тут тоже торчит, да? Все, предупреждаю, я делаю последнее видео. Посмотрите, сколько чугунных ползет. Ползут, гады, ползут, ребята, ползут. Материя, видите, там преобразовалась и тащит и весь чугун наружу, понимаете? Офигеть. Офигеть. Сейчас покажу вам балки торчащие и сейчас покажу вам то, что вот здесь, вот около лестницы. Ребята, это вообще просто невероятно, что там. Посмотрите. Это что? Что это за скобы такие, да? Шпалы. Это, посмотрите, вылезли эти. Поглядите, какой крест. Слушайте, это ужас какая-то, да? Пугающее что-то. Ну, меня не пугает, да я просто так слово говорю. Блогерский пафос, да? Тут вообще дерево торчит. Сейчас посмотрю, сколько ей дают. Потому что он говорит, там в 15 веке они там что-то делали, там, да, типа, мол, что-то они там делали. Видите, да, вообще просто. Еще написано Кавеццо. Что за Кавеццо написано? Там что, смотрите, лыжка небольшая, смотрите. Лыжка небольшая. Ой, это как она, видите, прикреплена, что ли, или что это? И вот тут и посмотрите, смотрите, оттуда, видите, торчит. Смотрите, посмотрите, как она потом кончается. Подписано, чтобы мы думали, что это что-то брак фабрики. Посмотрите, как тут соединяется. Вот это вот, как она часто соединяется. Это как будто бы вот застывшая вот эта вот паутина, да, видите? И она тоже с рисунком, посмотрите, да? Вообще. И вот еще идет, посмотрите, вот здесь торчит. Тоже брак, маленький брак фабрики, да? Посмотрите. Ну, просто написано, чтобы люди не переживали по поводу вот этого вот железа вообще. Кстати, невероятно, как огромный, да? Кстати. Вот, ребятушки, я сегодня уже больше никуда не могу идти. Могу только что-нибудь вот еще поснимать, вот какой-нибудь крюк торчащий. Да, в Бергамо вернемся, конечно же, и поняли мы, что здесь можно не обязательно вот это, извините меня, жопу рвать, платить там по 20 евро музеи. Там, блин, тут в церквях вон заплатили 3 евро, там вообще такое. Вот, посмотрите, крюки. Нарост наш. Крюк вот просто тоже подвешивать лошадь. Тут вообще арки в неудобном месте. Тут тоже вот. Все, видите, все неровное, все наше. Крюков немерено. Крюки вообще-то всюду торчат. Сейчас хороший свет. Это там музыка в этой церкви. Ой, это что там за колечки торчат? Слышите, да?
невероятно. Мне вообще непонятно, что. Даже не скоб, а какие-то колесики. Какая энигма. Это что, скобы, ребята? Это вообще просто... Это супер гиганты. Гигантские, посмотрите. Ой-ой-ой-ой, я уже не могу даже удивляться, у меня от усталости. Ничего не работает уже. Все уже отходит. Пойдем дорогу. Что это такое вообще? Хлорофилла. Какая-то неземная музыка, да? Наросты такие, тут это вообще, посмотрите, какая, да, чугунная. Кубки такие. Невероятно все тут, невероятно. Музыка вообще меня... Это... У меня сейчас волосы на затылке зашевелятся. Уже сколько можно. Посмотрите, как они... Как ухо. Посмотрите, как идет волна. Именно, посмотрите, камни. Как гармонично соединяется лицо, да, с камнем. Видите? Знаете? Кстати. Дырка тоже вообще. О, посмотрите, сколько. Короче, тут просто... Бери чугун, короче, как там говорил, кто-то там не говорил. Там кто-то там... Продавцы металла нервно заёрзали на стуле, да? Точно. Бери, не хочу тут. Ну, никто не взять не может. Тут бы взяли уже, мне кажется. Вот нарост тоже, посмотрите. Да? Закончили. Чугунная балка. Дверца вообще, да, такая маленькая, да? Тут скома, да, ведь? Так, ну ладно. Просто невероятное открытие, от которых я уже все. Я уже хочу домой пойти. Это тоже что там за скобы, да? Кстати. Кстати. Сколько крюков, да? Сколько крюков? Подвешивать мясо, подвешивать лошадей, корабли, барки подвешивать, всякие там лодки. Все, я уже устала, у меня бзик сейчас будет. Ой, решетка аж двойная, кстати. Двойная. Тоже наша, тут все легко очень сделали, просто без вообще, без проблем. Раз и сделано, да? Так, все, пошла я отсюда, ребята. Нет у меня больше силов. Это, ну, вот видите, трубы просто. Не, ну это скобы, это вообще, это просто, посмотрите, гиганты.
Но, в общем, чугун у нас выходит в основном все-таки из кирпича. А потому что не зря я когда-то предположила, что это следующая стадия кирпича. Чугун. Смотрите, какая-то чугунная труба выходит из недр этой базилики. Ой, ветушки, все, нет у меня больше ничего. Не могу туда зайти, туда все заходят, но я сегодня не пойду. Запах там ладана сильный, конечно, но это не мое сегодня, не мое. А, все, я здесь вроде вам все крюки сняла. Все крюки сняла, да. Тут вообще он тоже через камень проходит. Вот посмотрите, это что вообще за дом, да? Посмотрите. Зигзаг, буква Н. Посмотрите, да? У меня уже ноги не ходят. Я уже запинаюсь. Музей. Нет, ребятушки, все, у меня уже я пас. Я уже не мог. Как-то все неровно, да? Да и хрен с ним, да? Сегодня, на сегодня могут делать что угодно. Видите, какая она диагональная. Какая она диагональная. Это просто вообще тоже, да, вот? Да? Скоба просто невероятно. Невероятные скобы, да? Ну, посмотрите, да, вот еще, ладно, вырос, так там еще двойной вырос. Две башни растут. Видите, маленькая, восьмиугольная и квадратная, да? Че? Да, нормально это все построить. Че? Ерунду договорить. Так, ну можно было бы сейчас, да, сходить. Если я, конечно, не сдохну сейчас. Конкретно сдохну, понимаете? Вообще и БЦ тут есть. Что это колокольня? Я не видела. А, это колокольня с этой белой церкви. Но... Давайте сходим. Че, прям хочется мне умереть молодой. Меня тетка называют. Смотрите, как она входит в камень, да, вообще все. Она не может закрываться, ребятушки. А, может. Ой, какая тут, посмотрите, структура вообще. Невероятно. Сейчас я покажу поближе, но подождите вот здесь. Смотрите, как она здесь расщепляется. Посмотрите. Глядите. Потом соединяется, а потом посмотрите, какое здесь углубление, да, в виде лапки, посмотрите. Входит в эту, видите? Просто входит, потом вот так вот. Легко, понимаете? Это все легко сделать. Сейчас. Котня. Тут три полоски на этой зачем-то, да? Вот. Как бы. Если человек-то. Человеку бы не надо было вот так вот возвращаться-то. Ему бы решетку-то сделать. Так нет, он вот извратится, и вот такие вот полоски на...
она делает, да, треугольнички там. Это саркофаги, балконы, балконы, саркофаги. Короче, подвешены. Ребятушки, посмотрите, какая лестница вообще. Какая лестница. Ну ладно, давайте сходим. Что с вами сделать? Схожу, так уж и быть. Пока-пока.